Хлопці, я прошу вас зібратися. Це найвідальніше. Вони, коли вийшли з мосту, вони були приречені. Вони зрозуміли, що їм тут нічого не світ. Давайте! Ця номінація це була, мабуть, сама номінація з номінацій, яка може бути. Третьей номинации, ну, то есть мы сегодня только самые худшие, и только внутри где-то есть такая маленькая надежда. Они выполнили эту песню, как песню за життя. Им поверили. Серега, тобі судилося прийняти остаточне рішення. Поддерживаю коллективы и голосую за КВС. Зараз слоган «Можливо все» образом цього слогана є дует «Ту Восіс» в «Х-Фактор». А от «Можливо» уже п'ятірці. Пацани. Ну вот, пусть Кондратюк хорохорится. А Кондратюк должен меня благодарить за успех своих групп. Потому что его группы, особенно «Ту Восіс», не хвалил так, как я, никто. Пусть он это имеет в виду. Здравствуйте. Сергей Васильевич. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Да, я тоже рад. Здравствуйте. Мы так думали, накручивались, какая же будет встреча, потому что не очень хороший эфир закончился, на такой ноте не очень хороший. Это танцевальная вещь, да, такая танцевая, да, которая должна поднять зал. То есть то, что вы делаете всегда в песне «За жизнь». Они не раскрыты. Они молодые ребята. Им нужен драйв, им нужен кураж. Нужно движение. А раньше давали просто стартовские какие-то композиции. Я набрал маме, я сказал, мам, говорит, такая-то песня. Она ж, да ладно, такая. Я говорю, да, так пишу, говорит, я под нее зажигал в своей, ну, молодости, там, говорит, тусила под нее там на дискотеке с девчонками. Это же такая крутая песня была, ты что? Вот такая ситуация. Ах, меня удивили, да? Видите, вот так вот жахнуть драйвово, чтоб все подпрыгнули в зеркало за телевизор. У нас такой же тебе шанс дали. Такой шанс, что просто, ну, реально невозможно им не воспользоваться.